Всем привет! Очередная вылазка в лес. На улице также продолжается у нас жара, засуха капитальная. Дождей нет, дожди идут по краю, но этого вообще не хватает нашим лесам. Но тем не менее, мы не сидим дома в выходной день, мы все равно едем проверять свои места. Пока находки, конечно, не радуют. Недавно зашли в лес, сушеные грузди, лисичек совсем нет. Где-то опять-таки сыроежки попадаются, но они все червивые. Где-то попадаются маховички. Совсем немного, лес очень сухой, картина печальная. Но мы не сдаемся, мы все равно идем и смотрим, ищем наши грибы. Настоящий суховей. Грибы, если и есть, то в основном мумифицированы от жары и ветра. Влага сохраняется во оврагах, но овраги пусты. Покоряем и горки, и овраги сегодня. В общем, смотрим везде. Может, где-то что-то да попадется. Со мной сегодня Виктория. Привет, привет! Привет. Я тебя почти не видно. Да. Далеко ты. Что собрала? Не знаю, насколько они. Адекватные? Ну, потому что мы во враг спускаемся, поэтому они тут, наверное, еще более-менее живые. Я тоже нашла парочку, сейчас тебе принесу их. Вот такие вот. Суховатые. Груздики? Ну, маленькие, молоденькие. Держи вот эти тоже. Ну что, идем на ту горку? Покорим сейчас вот ту горочку и посмотрим, что же там нас будет ждать. Удача нам сегодня улыбнется? Конечно. Я думаю, немножко что-то найдем. Вон еще грузики стоят. Рассушенный. А тут помоложе. Наичистейший. Смотрите, что мы нашли. Что это? Давайте посмотрим. Бедненький выжил. Ну, мне кажется, он уже все трухлявенький. Император? Да он сухой-сухой, смотри. Вот сейчас вырвем. О, да, это был, смотрите, это был император. Пурпурно-розовый. Его сжирают черви. Но он, собака, здесь когда-то был. Видите, розовинка пошла. Если мы его сейчас разрежем, то, ну, конечно, он все уже вот так разрезать. Нет, не разрежем, да? Ну, вот так вот, чтобы видно было. Вот он, видите, какой вишневый такой, винный у него. Он потом синеет, чернеет прям со временем. Вот. Стоит просто прикоснуться к нему. Вот. Он начинает потом темнеть. Все, он умер. Но он здесь был. Жалко. А вот и гриб, который также любит расти в жару. Это гриб рейша. Молоденький, хорошенький. Не так как сейчас жарко, он наверняка уже не вырастет. Поэтому мы его заберем с собой. Трутовик лакированный. Видите, он прям лаком покрыт. Он плотный, такой чистенький, вот беленький. Не буду его придавливать. Красивый грибок. Этот гриб лекарственный. Его берут на настойку. Обычно его высушивают, перетирают в порошок и потом уже используют в лекарственных целях. Можно очень много информации об этом найти в интернете. Возьмем. Я нашла то, что ты очень хотела сегодня найти. И это... Та-да-дам! Сейчас Вика будет в восторге. Да ладно, и он очень мягкий, как зефирка. Смотрите, ДСЖ-шка. Вот он, молоденький. Классный. Срезай, попробуем, давай. Что там. Ты прям под корень его срезай большой. Надо было сфотографировать его. Ладно. Ну что? О, какой. Сочный? Да, мягкий прям. Мягкий. Классно. Ну, мягенький какой, да, да. Шикарный. Сразу обрезаю.
Все, ты в восторге? Да. Замаринуем, попробуем. Как ты будешь мариновать его? Отварим, потом в маринаде. Будем кушать, пробовать. Разок. А что пробовать? Мы же его пробовали уже. Маринованный. А маринованный нет, не пробовали. Да, мы только в котлетках. Да, что там у тебя в корзиночке, покажи. Грузди, да? Ну да, немножечко сегодня совсем. Чуть-чуть. Но мы еще не дошли до конца леса. Видишь, идем, идем. А что-то попадается все равно. Ну, в общем, вот такая у нас получилась сегодня короткометражка. Сегодня мы прошли достаточно много, долго. У нас, наверное, ушло на сегодня часа 4, да, мы, наверное, да, ходили. Где-то часа 4 мы прошли. В общем, хотим сказать своим землякам, до конца июля в пригороде Краснодара, в лесах, делать нечего. Совершенно нет. Совершенно. Одни мумии. Ребята, сидите дома, никуда не едьте. Девчонки все проверили, ничего нигде нет. Одни сыроежки, и те сухие. Поэтому ждем дождя хорошего. И только потом, через неделю после хорошего капитального, хотя бы как минимум суточного дождика, только потом тогда уже едем в лес, чтобы найти хотя бы что-то, уже не говоря о нормальном сборе. Поэтому на сегодня мы с вами прощаемся. Печально, грустно, но мы возвращаемся домой. Пустые практически. Но Рейшик со мной, поэтому я хотя бы что-то донашла, и то хорошо. А у Вики грузди немножко. Ну, тоже по мелочи, но есть, да, на один зубочек там пойдет. Поэтому всем пока. Пока. Увидимся в следующих сериях после дождя.